прекрасно, сколько у меня сумочек. Может, папочки на качелях покататься? Вкусно в дому, не хочу дома сидеть. Точно, папа сказал, у вас во всем доме. Никуда, значит, не пойду. Придется убивать в этом доме. Ой, а кто это звонит? Алло. Фёдор, привет! Что я делаю? Ничего, ты хочешь ко мне в гости приехать? Приезжай. Да, поиграем с тобой. Ну все, жду, пока. Так, Федор приедет, надо красивую одежду подавать. Что же мне одеть? Федор приедет, я ж красивая должна быть. Да что ж я не могу найти, что надо? Нет, не это, не это. О, кажется, нашла. Одену эту юбочку. Ну, теперь я красивая. Буду Фёдора ждать. Ой, а это кто звонит? Алло. Папа, ты сейчас приедешь? Ой, убрала я. Да, почти все убрала. Ну все, пока. Вот ё-моё, Фёдор приедет, а мне надо убирать. Не хочу я убирать. О, идея, а если Фёдор за меня уберёт? О, а вот и Фёдор идёт. Фёдор, привет, проходи. Привет. Ну что, Федор, будем играться? Ну давай, будем играться, пошли. Ой, София, как у тебя тут грязно, что за бардак? Все раскидала, ты чего, это ты что, меня не ждала, что ли? Как это я не ждала? Смотри, как я красиво оделась. Ой, какой бардак, ой-ой-ой-ой-ой. Федор, я хотела убраться, у меня так разболелась голова. Что ж, сейчас ничего не могу делать. Может, сейчас он согласится поубирать? Федор, может, ты поубираешь за меня, а то мне совсем нехорошо. Конечно, помогу. Сейчас я все твои вещи приберу. Отличненько. Сейчас я пойду, а он все уберет. Вот это классно. Федор, ты мои вещи сначала сложи. Хорошо, София, лежи, отдыхай, я все уберу. Лежи, лежи, если болит голова, надо обязательно лежать. Сейчас я все приберу, не переживай. Главное, не переживай, я ж муж твой, должен тебе помогать. Тем более, что ты приболела. Отличненько, убрал вещи. Федор, а убери еще мои сумочки, пожалуйста. Сумочки, говоришь? Сейчас уберу сумочки. О, сколько у тебя много сумочек, ничего себе. И эти уберу. Такие красивые у тебя сумочки. Сейчас я все уберу. Я ж помощник, еще тот. Я дома маме всегда помогаю. И тебе помогу. Все, все собрал. Что еще надо тебе помочь? Ух ты, как он хорошо убирает. Попроси еще полы помыть. Федор, а Федор, может, ты мне еще полы помоешь? Пол, говоришь, помыть? А где твоя швабра, говори? Конечно, помою. Федор, швабра там, Ваня. Хорошо, пойду возьму. Ой, помою я тебе пол, Софийка, конечно, и пол помою. Все, что надо, говори, я тебе помогу с удовольствием. Я и дома полы мою, я ж хозяйственный парень. Делов-то пол помыть. Ха. Ой, как я устал уже мыть полы. Ой, так тяжело все-таки быть хозяином. Это я не устала, мне еще пыль надо. Федь, а вытришь пыль? А то, это голова болит. Хорошо, пыль так пыль, протру, конечно. Ой, еще и пыль. Ой, это ж надо так, голова у нее заболела, а мне теперь работать вместо того, чтобы играться. Эх, ой, как я устал, наработался, лягу, отдохну. Ой, устал, очень устал. Все, дома вон, а теперь поиграть можно. Федор, давай играть. Ой, София, я так устал, ты что, я бы поспал сейчас, какое играть? Кажется, я переставалась.
Да, Федор, жалко. А я так хотела поиграть. Федор, с кем это ты пришел? Ой, сегодня день Святого Валентина, а мне никто не звонит. А, отлично, вот и звонок. А, Федор! Алло, Федор. Хочешь приехать в гости? Ну, приезжай, без проблем. Пока. Так, сейчас приедет Федор. Надо стол накрыть. Один. Два. А теперь лишний. И тарелки, и чайка. Мне. Печки. Мне вот такую чашечку, а Федьке голубенькую. И чайничек с кофе. Ой, у меня же нету тортика. А, есть печеньки. Вот, уже Федор приехал. О, Федор, привет. Привет, Сафонюшка. Давай заносим, заносим. Федор, с кем это ты пришел? Софийка, поздравляю тебя с Днем Святого Валентина. Ура! А что это у тебя тут стол накрыт? Это что, мне подарок? Ура! Да, это тебе подарок! Федор, как ты его принес? Он же очень большой. Я нанял грузчика, Сафунья, папу своего. Он мне помог. Спасибо, Федор, очень классный у тебя подарок. Пожалуйста, Софийка, я знала, что тебе понравится. Ну что, пошли пить чай? Я приготовила пить чай с вкусными печеньками. Ну что, Феденька, вот тебе чай и вот печеньки. Кушай. Спасибо. Ой, какое вкусное печенье. А какой ароматный чай. Ай, как вкусно. Спасибо, Сафунья. Так приятно. И мне очень нравится. А еще больше мне нравится твой подарок. Ой, как я рад, как я рад. Я очень старался. И смотрю, что ты тоже.